Так, дальше у меня закончилась вот такая вот паста от Тиан-Дэ. Очень достойная компания. Что могу сказать про это средство? Во-первых, это не совсем паста, это гель по уходу за полостью рта, зубами и деснами. У меня еще был жидкий кальций, но упаковка не сохранилась. Тоже такой же тюбик, только синего цвета, и на нем пузырики нарисованы таким красивым. Вот. Тот гель, он такой полупрозрачный голубой с синими вкраплениями. Здесь гель полупрозрачный зеленый с темно-зелеными вкраплениями. Значит, вкус именно у этого мне не очень понравился. Он такой резкий какой-то, я подозреваю, бамбуковый. Вот, но не очень приятный для меня. Но, в принципе, терпимый. Очень хорошая штука. Это не совсем паста, то есть это лечебный гель. Это не классическая паста, то есть не нужно слишком много выдавливать и там чистить усиленно им зубы. И его как бы наносят небольшое количество, буквально каплю вот, шарикообразную на зубную щетку и распределяют по зубам. Так же, как обычно, зубы вы чистите, да, там, сям, по-разному почистили. И после этого его не нужно рот полоскать. Вы просто как бы собираете самостоятельно с помощью слюней, да, как-то вот просто сплевываете, так сказать, остатки геля, и все. И в таком состоянии вы ходите целый день. То есть оно оказывает лечебное воздействие. Покупала я очень давно по акции. Они мне стоили, по-моему, по 120 рублей за тюбик. Вот. Жидкий кальций мне понравился больше. То есть бамбук, он больше такой, он чем-то схож с лечебными травами. То есть он оказывает лечебное воздействие на десны, на свежее дыхание, на вот эту вот кровоточивость, что-то, то есть он это устраняет. А жидкий кальций, он укрепляет непосредственно сами зубы. И от жидкого кальция я увидела результат, то есть действительно хорошая вещь, и для профилактики можно иногда брать. А от этой, к сожалению, особого результата я не увидела, но в принципе десны у меня стали меньше кровоточить. То есть в этом плане могу как бы посоветовать. Ну, вообще, Тиан-Дэ хорошая компания, то есть можно подобрать себе что-то. Вот, натуральная соль бамбука написано. И вот здесь вот что? Содержит экстракт бамбука, тра-та-та, можете почитать сами. И здесь то же самое. Вот, в принципе, достойная фирма, но вот именно бамбук мне понравился меньше, чем кальций, поэтому насчет кальция ничего плохого сказать не могу, кальций мне очень понравился. Так, дальше закончилось у меня вот это вот молочко для тела, одно из моих самых любимых, к сожалению, насколько я знаю, Нивея такое уже не производит. Конкретно в такой упаковке, конкретно такое. То есть оно есть похожее, но оно уже с другими маслами, другими витаминами, и упаковка другая, и, в общем-то, уже оно не то. У меня есть другое, другое такое же, но это не то. То есть ощущение, и там еще даже осталось что-то, ощущение на коже и эффект какой-то, он уже совсем не тот. Я его отдала, по-моему, или где-то у меня лежит. Но вот это было моим любимым, и буквально там каждые 2-3 месяца я покупала еще одно. То есть очень хорошая, достойная штука. Действительно дает эффект нежности, шелковистости кожи, даже со временем упругости. Ну, в сочетании, да, со спортом и правильным питанием. Вот.
Если где-нибудь доведется увидеть такое или похожее, попробуйте. Так, брала я трубочки, значит, вот эти в фикс-прайсе про питание, трубочки для молока. Вот эти я брала в Пятерочке. 5 волшебных соломинок. Magic Straw. Тут, конечно, история будет длинная. Значит, так. Те, которые из фикс-прайса. Значит, молоко я использовала, я даже эксперимент провела. Молоко использовала 3 видов для обоих вариантов палочек. Холодное, комнатной температуры, и подогретое, теплое. Значит, и те, и другие палочки довольно плохо растворяются во всех видах молока. И в холодном, и в комнатной температуре, и даже в теплом. Одной палочки на стакан 200 мл не хватает. То есть молоко чуть-чуть-чуть, совсем милипусечное, имеет привкус этого шоколада. Намек какой-то на шоколадный привкус, но как такового шоколадного привкуса я не увидела и не почувствовала. Дальше. Трубочки из фикс-прайса мне понравились меньше, поскольку они больше имеют, ну, сами по себе. Да, то есть я уже в молоко добавила где-то 3-4 трубочки разом, чтобы почувствовать какой-то вкус шоколада. Да, и вот трубочки из фикс-прайса, они имеют не шоколадный вкус, они имеют вкус такой какой-то засахаренный, и чувствуется, что шоколад в них не настоящий, то есть какой-то соевый, ну, что-то такое с ароматизатором шоколада, но шоколадного вкуса там нету. И после использования на дне стакана остается осадок, что говорит о том, что здесь какао, а не шоколад. Вот. То есть эти мне понравились меньше, скажем так. На самом деле мне и те, и другие не понравились. Чем эти лучше? В них действительно в составе есть шоколад, и какао тоже. Но шоколад есть наравне с какао. То есть у вас не ароматизатор шоколада, а натуральный шоколадный вкус. Ну и все на этом. То есть по вкусу они более натуральные, более нежные. Нету осадка на дне стакана. А так, в принципе, они особо ничем не отличаются. И то, и другое мне не очень понравилось. Я купила с дуру по 3 упаковки. Использую их в выпечке. Выпечки, они очень хорошо получаются, как такие воздушные какие-то хрустящие элементы в печенье там вот или в кексах. Закончились у меня 2 вот эти масочки. Ну, как закончились? Они на тканевой основе. Коллаген. И здесь тоже коллаген, но здесь с оливой, а здесь с зеленым чаем. Уж не знаю почему, но, по-моему, с зеленым чаем у меня... Нет, с оливой. Не знаю, почему. Оливу я вообще люблю. Но почему-то, используя эту маску, у меня лицо начало прям как будто гореть. Вообще, оливу я очень люблю. Она очень хорошая. И наравне с алоэ очень качественные средства в составе с оливой. Но почему-то вот эта маска, у меня прям очень странная реакция на нее была. Просто вот ощущение, что лицо горит. Я просто сняла все, смыла и почувствовала себя лучше. Вот, не знаю, может быть, это просроченное что-то было. А вот это мне очень понравилось. Очень приятное ощущение такое. Прохлада на лице, и потом кожа подтянутая, такая прям шелковистая. Очень мне понравилось. Вообще у меня много вот этих фирм. Именно этих масок. Вот.
Так что, в принципе, мне они нравятся. У меня их достаточно много, целая пачка. Так, и последняя у меня вот такая вот маска была. Тоже я в покупках делала на нее небольшой обзор. Сейчас могу сказать, что, значит, я ее использовала как антицеллюлитное обертывание. Я вообще первый раз в жизни делала обертывание. Я вам скажу, это дело такое нелегкое, особенно когда вы обматываетесь пленкой и надеваете сверху что-то теплое. Это нужно столько сил на это потратить. Я, в общем-то, не знаю, это не для меня такое. Ну, конечно, красота требует жертв, я понимаю. Но вообще этот весь процесс, это очень напряженный, он какой-то, не знаю, я пока еще не прочувствовала всю прелесть обертывания. Но эффект мне понравился. Кожа стала более мягкая, более гладкая. Если вот у вас, например, гусиная кожа, то есть такие как бы есть пупырышки шероховатости, глина очень хорошо разглаживает, то есть кожа становится более гладкая, более упругая. Вот. Но уж слишком много усилий на это уходит, поэтому я пока не знаю, буду еще пробовать другие варианты. Вот это мне понравилось, использовала ее для тела. Она уже готовая здесь, уже как бы состав, как бы она, ну, не жидкая такая, кремообразная. Вот. А вот этого пакетика мне хватило на две ноги, так сказать. Здесь объем какой? 30 миллилитров. Вот, этого объема мне хватило на две ноги. Ну, хотелось бы побольше намазать, но вот, в принципе, я разделила примерно, да, и более-менее мне хватило. Если бы был, допустим, объем 40 мл, было бы идеально. Ну, 30, вот, в принципе, я распределила. В принципе, хорошее, посоветовать могу попробовать. Для лица я не пробовала, поэтому для лица сказать не могу. Вот. И походу, что это все, что я хотела вам сегодня показать. Да, вот такая огромная куча пустых баночек. Надеюсь, было интересно. Ставим пальчики вверх и увидимся в следующих видео. Пока-пока!